Здравствуйте, друзья. 1 ноября, среда. С утра у меня пачка, значит, там сообщений во всех соцсетях. Говорят, подтвердите или там расскажите, правда ли, что Трамп отменяет лотерею, грин-карт лотерею. Я говорю, что такое? Пошел почитать. Вы, наверное, знаете, что вчера был теракт в Нью-Йорке. Человек на небольшом траке проехал по велосипедной полосе несколько кварталов, там погибло несколько человек. Он там с криком «Аллах Акбар» выскочил из машины. Его подстрелили полицейские, он ранен, но с ним уже работают следователи, жизни его ничего не угрожает. И вот этот вот террорист оказался выходцем из Узбекистана, который приехал в США, по-моему, в 2010 году по грин-карт лотерее. И вот грин-карт лотерея как бы вышла, так сказать, в свете прожекторов. Все смотрят, говорят, что с лотереей? И Трамп написал твиттер, что вот я там всегда говорил, что лотерея, так сказать, плохо, вот мы ей, вот эта лотерея. Ну и дальше говорит, что Трамп отменяет. Трамп не может ничего отменить, это закон. Законы принимает у нас Конгресс. Если бы Трамп хотел отменить лотерею, если бы он хотел, действительно хотел, он бы давно ее отменил вместе с Конгрессом, потому что в Конгрессе был законопроект, отменяющий лотерею. Не отягощенный никакими другими параметрами иммиграционной политики, фишечками, по которым могли бы возникнуть там дискуссии, споры, разногласия внутри республиканской партии самой, да, потому что сейчас все непрохождение законов не проходит из-за того, что внутри республиканцев разногласия, то есть у них большинство есть, им демократы как бы не нужны, они их не пытаются привлечь, но они сами не могут договориться, но в данном случае нет проблем никаких. То есть грин-карт лотерея, ее и демократы готовы сдать. Не то, что она там уж кому-то уже вот тут прям вот, знаете, нужна позарез. Но просто демократы хотят сдать в обмен на что-то, там поторговаться. Вы говорите, вы хотите ее грохнуть, давайте нам что-нибудь такое. Ну, как политики обычно. И вот, давно бы и убрал. Есть законопроект. Значит, у тебя большинство в одной палате, большинство в другой, президент. Никто никогда в истории не имел больше возможностей провести какой-то вот такой вот законопроект. То есть лучше условий не будет. Да? Никто не скажет, ему не дали. Вот скажем, можно сказать, ему реформу здравоохранения, вот я с товарищем беседую, я говорю, ну и где? Он говорит, ему не дают. А кто ему должен давать, я не знаю. Он профукал это. Он просто откровенно сам профукал. То есть если бы он действительно хотел отметить, да ему начхать на нее. Ему просто начхать. Это повод вот там, значит, в Твиттере что-нибудь написать и там покормить вот этих вот, у него там сидит. Вот. И чтобы они закричали «Ура!», там наш боцман, самый крутой боцман там в мире. И все. Но еще раз, бояться за судьбу лотереи в данный момент на основании того, что вы прочитали в каких-то русскоязычных СМИ, оснований нет. Даже если бы СМИ не были русскоязычными, хотя все ссылки, что мне прислали, были из русскоязычных, а одна была там на сообщение Трампа в Твиттере. Друзья, Твиттер – это не Конгресс США. И президент тоже законов не принимает. Знаете, как вот действительно, казалось бы, президент же должен вообще всех там поставить по стойке смирно. Не может. А ему не надо. Он сказал в Твиттере, написал. Чем хорошо не принимать законов там и не отменять лотерею? Можно периодически выходить и про лотерею говорить, что я же предупреждал, я же говорил, можно 10 раз на этом деле навар какой-то получить, а так отменили и все. И что теперь дальше делать? Самое главное, что на терроризм это никак не повлияет. Это повлияет только на вот этот хайп, на шоу, да. Шоу там, ну еще одно перо в шляпу вставил, там и народ, который в зале сидит, кричит, блин, еще одно перо. Терроризм так не задавить, не победить. В общем, к чему я рассказываю, что не надо волноваться. В том смысле, что если вы за отмену лотереи переживаете, в том виде, как это сейчас происходит, трудно себе представить, что администрация, что Конгресс отменит лотерею. Конгресс, я не знаю. Может быть, администрация может опять какой-нибудь там декрет издать, который опять пойдут там в судах оспаривать и так далее. Не знаю. Но, во всяком случае, Конгресс в ближайшее время не сможет этого сделать.
если пойдет так, как идет сейчас. Любые изменения возможны, потому что мы не живем в таком мире, где все запрограммировано. Но если ничего не изменится принципиально, а хайп не способен повлиять сильно на какие-то такие вещи серьезные. Так ничего, кроме хайпа, вот в этом твите нет. А я всегда говорил, ну так и сделал бы, блин. Вот. Можно вытащить тот законопроект, который просто отменяет лотерею, но столько есть более серьезных дел, во-первых. Во-вторых, совершенно очевидно, что это никак не влияет на тарифную, брать чего ее отменять вот так. Ну, в общем, да, а та реформа, которую, значит, более сложная, такая комплексная, может, до нее вообще очередь не дойдет в течение там ближайшего года. А если не дойдет в течение ближайшего года, то через год вот опять будут выборы примерно в это же время, и как бы все идет к тому, что уже не будет большинства в обеих палатах у республиканцев. Хорошо, если в одной сохранится. Поэтому и все, и похоронено там на еще непонятно сколько лет вся эта отмена грин-карт лотереи. Поэтому я бы не переживал. Вот. Счастливо, друзья.